себе. Чем я только не занимался, на самом деле. Я что-то разрабатывал сайты, продавал ипотечные кредиты, строил дома. Потом я работал у нас здесь, на Монде. После него, собственно, я пришел в Дода. Получается, был 2012 год. Федор у себя в блоге публикует пост «Ищу финансового директора». Я думаю, а чем я, собственно, плохой? И пишу: вот, Федор, есть я такой молодой, звонкий, хочу попробовать. Федор мне сначала написал: ну, я ищу кого-то посерьезнее. А потом написал спустя какое-то время: а давай. Я был не самым лучшим финансовым директором, и поэтому я решил себя искать в другом направлении, в другой профессии, и пошел в другую компанию, где у меня была возможность стать маркетологом, научиться быть маркетологом в компанию Теле2. Я вернулся на позицию бизнес-аналитика. В то же самое время Полину Попову наняли на позицию менеджера по локальному маркетингу. Но очень быстро поняли, что что-то надо менять. И очень быстро все поменялось. И вот примерно за полчаса. Мы замучились смотреть на зоопарк оранжевых птиц в регионах. Сделали свою классную, красивую птицу, которую нарисовал Женька Путин. Она действительно очень кайфовая. Мне больше всего запомнилось то, что мы ее 9 месяцев рожали, вылупляли, да? Партнеры начали заказывать. Уже она появилась в сети, фотки уже начали появляться. Прошло где-то еще полгода, если не больше, и я ее только тогда первый раз увидел вживую. На прошлогоднем съезде первый раз потрогал. Раньше я играл в спортивное «Что, где, когда». Я, получается, на текущий момент 3-кратный чемпион Республики Коми по этому прекрасному мероприятию. Вот, на текущий момент, сейчас, я играю в разные квизы. Это позволяет не застаиваться мозгам, это позволяет хорошо проводить время, знакомиться с интересными людьми, потому что я очень сомневаюсь, что где-то еще, кроме этих мероприятий, этих людей можно было бы вообще встретить.